У гэтым сезоне ў прынёмані працоўную змену ўжо завяршылі звыш 400 студэнцкіх атрадаў, у якіх было занята каля 6 тысяч чалавек. Найбольшая колькасць 37% маладых людзей працоўны вопыт атрымлівалі ў сельскагаспадарчых. На другім месцы педагагічныя і сервісныя і замыкаюць стройку самых папулярных медыцынскія атрады. Аб матывацыі студэнтаў Гродзенскага аграрнага універсітэта, якія вось ужо некалькі гадоў запар заняты на ўборцы буякоў у адной з гаспадарак Гродзенскага раёна, даведалася наша здымачная група. Сумленна працаваць, весела адпачываць, па-сапраўднаму сябраваць. Традыцыі студэнцкага атрада аграрнага універсітэта склаліся даўно. У вытокаў, кажуць сённяшнія байцы, стаялі старшакурснікі. Удзельнікі парачанкі, якая ў мінулым 5 разоў станавілася лепшым сельскагаспадарчым атрадам рэспублікі. Утрымаць высокае званне – такая задача зараз стаіць перад гэтымі маладымі людзьмі і асабліва іх камандзірам. Все ребята дружные, с многими мы уже работаем в течение университетской жизни. С ними легко находить контакт, если нужна какая-то помощь, всегда помогут. Веселые вечера у нас делает комиссар нашего отряда, который не дает нам скучать даже на поле. Поэтому мы с ней ведем веселую жизнь, так сказать. А быт нам помогают организовывать, если какие-то проблемы мы стараемся решать вместе с организацией уже, чтобы и тот же тушь, как бы, и жилье, если какие-то проблемы. Питание нам хорошо организовывают, тут вообще вопросов нет, мы только рады. А так, в целом, все условия устраивают, и все хорошо. У складе команды 12 человек. Палова – будущие бухгалтеры, другая – экономисты. Работа на земле для Сергея николи не была близкой. После первого и другого курса он подзараблял у сферы обслуговывания. Але слава парачанки не давала хлопцу спокою. И вот по закончении третьего курса он вырашил, что эту студентскую романтику он обовязково повинен зведать. Предыдущие годы летом я подрабатывал просто в другой сфере, а в этом году, так как это будет мой последний год учебы, вот, то это последний шанс пробовать себе что-то новое. Вот, например, студенческий отряд. Друзья сказали, что здесь будет что-то очень весело, вкусно. Вот, и поэтому я в целом согласился и решил присоединиться. До працы молодь приступила 15 липеня. Спочатку сбирали клубницы, зараз буяки. Урожай ягоды у гэтым годе вышей усяляких похвал. А собрать своими силами, кажуць наймальники, сельгасарганізацыя Парачанка Гродзенскага района, имя якой и носить студатрат немагчыма. Допомога хлопцев и дзяўчат выратовывая. Мы всегда пробуем ягоду, и нам всегда нравится. Мы завтрак начинаем с голубики. Каждый раз наставят на разные ягоды. Бывают крупные, спелее, не спелее, но они все такие сладенькие, вкусные. Неважно, что разные сорта, но они все наполняет нас витаминами, и мы каждый день такие бодрые уже только от ягоды одной. А ведро мы собираем очень быстро. Ягода крупная, спелая, и мы можем ведро спокойно собирать за 30 минут, 30-35. У всех скорость разная, но в основном все собирают в одинаковую скорость, потому что все вместе, все молодые, все продуктивные, все двигаются очень быстренько. Об несумном житии у отраде, ударной працы и отпочинку молодь рассказывает у социальных сетках. Я наведусь сторонку у Инстаграм и ТикТок. Да слова, гэтыя кадры не толькі для лайкаў і каментарыяў. Па заканчэнні працоўнага семестра парачанка зноў будзе прымаць удзел у конкурсе на лепшы студатрад. Для этого необходимо подготовить портфолио, подготовить перечень необходимых документов. Вся информация есть у территориальных комитетов БРСМ, она доводится до ребят, которые уже отработали. И любой отряд в любой номинации может принять уже участие. Конкурс мы планируем завершить 15 октября, для того, чтобы у нас был небольшой, скажем так, запас времени, для того, чтобы подвести итоги и определить уже на уровне области лучших. В дальнейшем мы эти студенческие отряды отправляем для участия в республиканском конкурсе. И, конечно, каждому отряду очень почетно получить звание лучшего в своей номинации в республике. По выниках областного конкурса будет названы лепший студентский отряд, командир и комиссар по 7 направках деятельности. Лидеров республики вызначить у конца года. Те, утрымая пальму першинства Гродзенская Парашенко, доведаемся поздней. А тем часом зараблять баллы для перемоги у складе студентского отряда хлопцы и девчаты за аграрного протягнуть до 23 жнивня.